Всем привет! Сейчас я вам покажу несколько упражнений для укрепления бедер и ягодиц. Мы их будем делать из положения лежа. Итак, ложимся, выпрямляем две ноги, сгибаем одну и будем делать 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, последний, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, держим. Следующее упражнение. Выпрямляем ногу. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, и еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, последний, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Следующее упражнение. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, и еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, и еще 16, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, последние 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Делайте это упражнение еще 2 захода и потом все повторите с другой ноги.